Владимир Дмитриевич, фамилия моя Вержун. Проживаю вот в этом доме по улице Энгельса 38, на 9-м этаже. Машину не эксплуатировал с сентября месяца, как дачный сезон закончился. Так вот, я ее поставил на эту бетонную площадку, на которой она и по сей день стоит. И вообще больше не выезжал никуда. И вот получаю теперь постановление от администрации, что я стою на зеленой зоне. Ну какая же тут зеленая зона, если там видно ясно, что там бетонная площадка забетонирована. Вот. И теперь вот хотел бы обратиться, чтобы администрация рассмотрела мой протест и отменила присужденный мне незаконно, буду так считать, штраф в 1000 рублей.